нахожусь внутри египетской церкви коптской христианской. Вот тут сидячие места, все по-человечески. Не как у нас стой. Вот расписано все. Вон, грубо говоря, Раша. Славянский. Вот. Все тут светлые лица. Вот такое вот. Такая роспись. И тем не менее, почему-то что-то говорят. Вот мы идем. Снимать можно. Не разрешили. Ребята сидят. Очень интересно. Вон Иисус. Мария. Вот Иисус. Так. Вот такой вот трон. Святая Мария. Вот веча, значит, Иисус. Вы посмотрите все, какие лица-то. Наши славянские лица. Вот он, секрет мироздания. Ребята спокойно беседуют. Посмотрим их книжку. Книжка коптов. Возможно, я, наверное, неправильно держу. Да, вот так вот. Такое вот. Такое. Прям можно все спокойно трогать, смотреть. Никаких этих чудненьких. Вот еще книжки какие-то. Вот. Коптский язык. Вне Леникате письмо Хери Лахарас Копекек. Окей. Святая Мария. Вот язык коптов. И вот арабик. А главный коптик. 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 Вот такие вот рисуночки. I'm sorry. А можно вот эту книжку взять? Yes? Вау! Серьезно? Мерси. Блин. Реально? Реал? Возьму? С собой взять. А вот, я думаю, это вам очень знакомо, наш московский герб. И кто бы мне бы что тут сказал? Это, я думаю, из русских никто не был в коптских церквях. Может, кто-то и был давно и решил, что это большой секрет. Вы смотрите, какие изображения, какие светлые лица. Вот я даже бежать не буду. Я вам сейчас покажу. Вы посмотрите вот это изображение. И чье оно мне, скажите? А? Ничего вам не напоминает? А? Вот вам, ребята, и тайна. Пиелоферопос. Георгиос. Святой Георгий вам, пожалуйста. Вот он где. Что там вам кто рассказывает, что откуда, кто куда. Вы посмотрите, лица какие все славянские. Здесь вот посмотрите. Я вот сюда приехал только из-за этого места. Меня больше тут ничего не интересовало. Я знал, что здесь где-то тайна зарыта. Посмотрите, какие изображения. Я нахожусь в Египте, ребят, в Африке. Вот. В
Не знаю, почему тут кто кого преследует, за что. Кого тут преследуют, за что, куда преследуют. Ну какие изображения интересные. И кто вам принес православие? Славянам копты принесли православие. Это я уже точно знаю, кто бы тут что ни говорил. И вот еще трон опять. Кстати, и вот питерские львы рядом с троном. Все в дереве сделано. Книжка опять. Такое вот. Говорите, что хотите. Здесь больше правды. Вот еще можно посмотреть. Я уж, конечно, не знаю, как их еще зовут. Вот еще вам татары, монголы. Смотрите, какое изображение. Интересное. И вон, как, какие окошечки. Вот Святая Мария. Вот такое вот, такое вот, такая история, вот такая история, такая история, такая история, такая история, такая история, такая история, и вот история. Ух ты, вот такого я еще не видал. Вот это очень интересно. Очень. Здесь прямо сидят мамочки, кто грудью кормит, кто беременная. Прямо здесь сидят, общаются, отдыхают. Никто никого не напрягает. Ничем. Тут не стоит, там не ходи. Это вот птичка меня вот интересует. Вот такое вот еще. Окей? Еще в третью часть я зашел. Ой, сколько их тут. Инри. Иисус, Святая Мария. Там как будто вот какой-то замок зависит. Свечи. Да, виднеется Питер. Паркос Тапостолос. Паркос Тапостолос. На. Паркос Тапостолос.
Girls, это Святой Георгий? Георгий? Святой Георгий? Yes. Moscow герб, Святой Георгий. Они даже не знают, откуда у них герб этот в Москве. Святой Георгий. Филопав церковь. Маркриус. Ну тут Святой Георгий, да? Нина. Святая Нина. Марина. Бишуе это или Бишуе? Иисус и Бишуе. Иисус Бишуе. Святой Маркус? Маркус. А вот и здание какое-то, таун там какой-то. Вот это вот что? Да. Вот это вот что? Вот это вот. Смотрите, тут как театр как будто бы. Здание. Какие-то вот, какая-то птичка летит. Птичка. Апокалипсис какой-то. Атлантида. Ребята, вы посмотрите, как красиво. Ну, это просто. Просто супер. Это просто супер, блин. Ну, я не знаю, это очень красиво. Я не знаю, как вам, мне очень красиво.